на последнем месте в турнирной таблице. В начале матча с «Волгой» «Родина» вела в счете. Первые и вторые голы наши хоккеисты забили практически один за другим. Но уже к концу тайма «Волга» сравняла счет. Итогом встречи также стала ничья – 3-3. Для «Родины» это первая игра в чемпионате, которая закончилась не поражением. На послематчевой пресс-конференции тренер Игорь Коноплев отметил в целом прогресс в командной игре, а также молодого нападающего. Хочу поздравить Андрюшу Нагибина, 17-летний наш нападающий, сегодня молодец, забил, скажем так, подставил нам свое юное плечо. У нас один травмированный, один пропускает игру, так что Андрюха молодец. Хотелось бы, чтобы как сегодня ребята поняли, как надо играть, да, как надо играть, и выполняли тренерскую установку. И хочу поздравить команду с первым очком. Добыто это очко в очень упорной борьбе. Чаша весов туда или сюда она могла в любое время. Но ребята выстояли до конца. Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях. А если у вас есть интересные новости, присылайте их нам, номер на ваших экранах. Прямо сейчас смотрите прогноз погоды. А у меня на этом все. В студии работал